спасем девочку. Потом, наверное, пойдем тебе сделаем бензопилу вместо мачете. Что за... Что-то я напрягся. Тут. О, бери, Сань, бери. Взял. Я задумал, куда у меня куда-то целится. Не понял сначала, куда. Это птичку был. Это мы не есть пройдем. Да-да-да, мы не туда. Пошли назад. Пошли девку спасать. Потом там разведем. Руби кромсай. Вниз. Теперь все время вправо. О, у меня, кстати, левел каким-то чудом. Убей их, я левел забрал. Апнул. Твою налево! Сань, отходи, на пулеметик. Эх, расталкивать буду. Ты как-то знаешь, что ты шел, ты попить надо. Да. Так. Руководство. Надо собрать. Руководство берем. Готов? А это просто инструкция. Ну, инструкция, а вот. Кстати, я же из канистры тогда стрелы поливал, а если просто в бочку их можно обмакать, интересно. Было бы гораздо круче. Так, давай девчушку спасем. Миссия выполнена. Давай ползи сюда. Это что за звуки были? Я сам испугался. Офигенно, мы ее спасли. Хороший квест, мне нравится. Не надо никого вести. Сейчас там матушка нас порвет за эту фигню. Да ладно, скажем, блин, зомби куча напала. Или мы ее не нашли. Она уже превратилась в зомби. Блин, знаешь, вариантов много. Играй любой. Там было. У меня чуть сердце, блин, не встало. Ну. Я опять физически кровище не вылазил. Настолько не стало. Откуда кто стопит? Я вот представь эту мою маленькую бы девочку через такую попу не увели. А в страх умерла. Да-да-да. Да я тут со страхом умираю. Тут
Куда ты бежишь-то? Иди, выполняй канистру бензина. Чего, куда? Канистру бензина, на прав. Так. Как перевернусь? Блин, стрел нету. Чё же их через канистру, что ли, шарашит? Это пипец. Где есть там один слот? Нету. Ткань есть? Ткань есть. Мне передавай ткань. Какой слот? Там ее 47. Ну ладно, давай я тебе передам. У меня мало. Подожди, я тебе отдаю. Качайся. Экран подвинешь, буду качаться. Да, сейчас вниз надо. Блин, паучки. Сюда. Да, экран. Угрызут ты меня. Я чуть не сдох. Чисто, сейчас. Ты офигенно сделал. Ты сейчас и меня будешь долбить, и их долбить. Сам переберись для начала. Я вот смотрю. Грёбаный реализм. Если у тебя кости есть, вот здесь кость валяется. Ну, мало ли там, для крафта. Надо бумеранг сделать. Но мне не нужно, у меня и так слабо. Чего ты рычишь тут еще на меня? Он, отдаю тебе потихоньку все прятки. Вижу, 33 уже. Так, нам вот этот домик обойти надо. Чуть-чуть вниз сместись. Угу. Куда ты ломишься? Эх, блин, как это долго-то. Да почти все уже. Три штучки. Все отдал. Наверх. Да нет, там ломится. Сгорел на работе. Ты ублюдок! Ты подлый ублюдок! Собирай свой хлам! Сдох! Странно. Лучше бы он сдох, говорит. Так, а что тут есть? Идем, тут что-то есть. А, аккумуляторы кабеля. Что у нас по слотам? Сейчас я вот пытаюсь что-нибудь придумать. Ну, я могу взять. Да, у меня два слота есть. Поехали.
хапай все. Углеродистый брызговик есть? Чего? Это что такое? Сань, есть слот свободный? Нет. А что такое-то? Скинь мне что-нибудь, без разницы. Да все, я выбросил цветы. Ну и что? Держи. А, он типа круче, да? Да. Деревянный, стабилизированный. Попробуй, может шотать будет. Да я и так шотаю. Блин, а его стабилизировать нельзя? Вообще бы шикарно было. А попробуй разбери это, как его. Да у меня местов сейчас нету. Так, пошли мы вот здесь. Так, сходим, пошли, наверное, до убежища, да? Да, в тот ночлежку, в ту ночлежку нашу. Это нам, короче, сейчас налево. Вверх. Налево. Так, секунду, обойди. Да. Вниз. Добей его. Ты слышишь это самое? Тут как. Я вижу. Давай, жопу прикрывай мне. Нормально, сочи. Секунду. Сань, цветы только белые собирай. Карту посмотрю. Так, нам сейчас налево. Здравствуй, Гуль. Гуля приказал долго жить. Я разберусь. Ты сзади главное смотри. Смотри. Так, я в карту прям сейчас на секунду залезу. Ага. Вот поверху давай аккуратненько проходим. И нам все равно налево. То есть сейчас чуть-чуть вниз. Здесь проход влево. Не хитрый. Подойдешь к водопою. К водопою подойдешь. По водичке, да? Да. Так, сейчас я стрелу чуть-чуть соберу. Все, нам вот сюда сейчас вверх. Там еще сзади меня стрелы были с перьями. А вы там откуда? Вот дверь не закрыли, да? Да. Кто, блин, дверь не закрыл? Запирайте. Так, давай разберемся со слотами, со всем на свете. А здесь валял еще. О, пошел. Нашел рукоять? Да, поехал помещать. Скажешь, как канистру тебе дать? Уже надо, давай. А что там еще-то нужно? Так, руководство по выживанию, оружие. Да, сделал стабилизированный углеродный большой лук. Сокращает время прицеливания. То есть все надо. О, блин, дела. Инструменты есть, Сань? Да. Давай, дал. Тоже инструмент. Вместить. Охренеть.
бочки, мне что, бензин нужен? Не знаю. Ну, взмахни только где-нибудь подальше от меня. Че это за бзз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 зz Так, погоди. Че надо? Надо что-нибудь сожрать. Че можно сожрать? У тебя нет ничего? Приготовить там или еще что-нибудь такое? Сань, сейчас ляжем спать. И это, гол пройдет. А там посмотрим. Ну давай. Так. Сейчас только найти, где лечь спать можно. Я тебе помогу. Заметь, Сань, мы спим как будто в могилах, блин, повесить над гробами. Да-да-да.